В зале нет свободных мест. Премьеру спектакля «Мещанин во дворянстве» зрители не могли пропустить. Это действительно важное событие в жизни не только Жаворонковского поселения, но и Одинцовского района. Народный театр «Крылья» уже много лет играет на разных площадках муниципалитета Москвы и даже России. Новая работа по пьесе Мольера совершенно не похожа на предыдущие спектакли и тем интереснее зрителю. Мне очень приятно, что мы сумели сыграть эту премьеру в 40-летие спектакля театра Вахтангова, потому что практически больше ни один театр не взялся за вот это сумасшествие, вот это огромное количество массовки, людей, балеты, оперы, потому что мы концепцию Мольера сохранили. На сцене господин Журден в окружении учителей, слуг и мнимых друзей. Каждую оплошность главного героя зрители встречают аплодисментами и бурным смехом. Именно этого и добивались актеры, стараясь полностью вовлечь гостей в постановку. Вообще-то было все похоже на сумасшедший дом. Вот как мы это, что это спектакль мы выведем. И когда все-таки мы дошли вот до каких-то уже репетиций полных, целиковых, конечно, ребята выходили и получали такое вот удовольствие моральное. Актеры признаются, что с пьесой Мольера было работать непросто. Режиссер поставила перед труппой практически невыполнимую задачу. Балерины на пуантах, оперные дивы, маркиза, граф, мещанин. Современной молодежи образы дались непросто. Богатство, знание, слава не избавляют от того, кто бьет или прав. Сказать, что он живет. А, конечно, еще впереди очень много работы. Нам над многим предстоит поработать дополнительно. Но именно в плане премьеры, как мы долго к ней шли, и уже, как обычно, у нас Ольга Николаевна говорит, не хватает месяца для полной постановки уже. Но мы на это уже плюнули, взялись за руки и сказали, мы сможем, мы это сделаем. Мы должны были выпустить этот спектакль в свет, чтобы увидели люди, чтобы поделились мнением, утвердиться в каких-то своих мыслях, правильные или неправильные. Давно не играли такие вот сложные роли. И очень, на самом деле, переживала, как дать образ, потому что все-таки у меня непростой был. Да, у меня муж сумасброд, он постоянно что-то придумывает, а я должна была быть такой жесткой женой, которая со всем этим вместе живет. Зрители стоя благодарили актеров. Блестящая игра труппы не оставила никого равнодушным. Ну, просто великолепная, просто великолепная. И меня поражает то, что вот я уже не первый раз и не первый спектакль, что они просто с каждым не днем, и часом, они просто растут и растут. Это вообще необыкновенно. Прямо аж, у меня аж слезы. Потому что сколько лет мы жили, некуда было с детьми вообще пойти. А сейчас вдруг такое помещение роскошное. Мало того, что так играет здорово, мне все понравилось. Мне просто все, я поражена. «Мещанин во дворянстве» займет достойное место в репертуаре Народного театра «Крылья». Актерам и режиссеру удалось поставить великую классику, рассказать сюжет современным языком. Эти образы, к сожалению, актуальны и в наши дни. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».